Здравствуйте, друзья! А у меня сегодня ходовая охота. Извиняюсь, очень холодно. По всяким вот таким вот замечательным местам. Всяким заливчикам, озерцам, болотцам. Пошел после обеда прогуляться, посмотреть. Быть может, что-то будет. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Конечно же, спиннинг с собой. И иду, хожу вот так вот по буреломам. Ищу сейчас, где пройти. По вот таким вот дебрям, друзья. Даже камеру не знаю, как держать. Потому что кругом все заросло. Там, где я раньше ходил, проходов уже не осталось, друзья. Все это заросшее. Чистый бурелом. На самом деле, друзья, это радует. Если не могу пройти я, значит, никто другой здесь тоже не ходит. Ну или ходит очень мало народу. Только как я. Такие вот постоянные охотники, которые не боятся трудностей и всяких там елок и палок, друзья. На улице холодно. Уже, конечно, замерз немножко. Иду вот сейчас вдоль. Здесь вот как-то вот немножко есть проход. Тут дальше есть болотце, и я хочу его проверить. Бывает, что там сидит уточка. Ну и, наверное, так, как бы мне выйти-то. Ну, сейчас выйду. Иду, правда, с другой стороны, не со стороны машины, потому что уже прошел далеко-далеко. Пока уток не видел, но вот болотце, на нем всегда что-то есть. Только что я вышел сюда с экшн-камеры, не было ни одной утки. Сложил экшн-камеру. Выпала утка, откуда, понятия не имею. Из-за бревна, с берега. Я ее стрельнул, друзья. Жалко, момент выстрела не заснял. Потому что все, собирался уходить. А тут смотрю, и плывет утка. Не летит, ничего. Просто плывет. Откуда-то она взялась. Ну и стрельнул. Ну что ж, давайте посмотрим, что это за утка. Рюкзак пока бросил. Идти нереально здесь. Такие кругом. Такие вот грязюки. Взял уже камеру. Интересный момент такой. Ну что ж, главное, трофей добыт.
И я двигаюсь к нему. Люди ходили, видно, топтали. Ну и вот она, уточка. Сейчас возьму какую-нибудь палочку, друзья, с берега. Сейчас одну секунду. Буду снимать вот так вот. Как подойти и не провалиться. Будем надеяться. Ну вот она. Еще шевелит лапками, друзья, смотрите. Так это широконоска, родная. Все шевелится. Эй! Ну, наверное, мне все-таки придется встать выл, что будет сложновато. Ну ладно, вылазить будет трудно. Ну ладно. Вот она, друзья. Уточка. Добытая лапками. Двигает. Помою я. Это, друзья, широконоска. Ну что ж, охота с подхода удалась. Жалко, без момента выстрела. Вот на таком болоте я ее взял, друзья. Что ж, идем дальше. Ну вот, друзья, ходовая охота на этом закончена. Я добыл свой трофей и, в принципе, очень доволен. Очень холодно, друзья, а сегодня у меня в трофее утка-широконоска, друзья, вот с таким клювом. Вот такая вот прикольная уточка. Очень красивая, друзья. Как бы ее взять красивее? Вот так, что ли? Вот такая охота, друзья. Всем удачи, всем большое спасибо, всех с полем, кто поохотился, и всем ни пуха, ни пера, кто собирается на охоту, друзья. Всем удачи, всем пока, спасибо, что заходили на мою вот такую осеннюю маленькую ходовую охоту, друзья. Пока!